пикирель на килограмм. まず言っておきたいことは、私たちの国では子どもの食品に対する安全な基準というのは40ベクレルキログラムです。если вообще, ну, для всего населения 100 бекерель на килограмм, то для детского питания не более 40. 40 – это верхняя граница. つまり子どもの食品に対しての許容値というのは40ベクレルキログラムなんですね。По нашему законодательству,Тут превышение, если это было 30 бекерель, то по нашему законодательству превышения нет. Но у вас может быть другой закон, я не знаю. ですから私たちの法律から言えば、この30ベクレルキログラムあたりというのは別に許容値以内なので何の問題もないわけですと。ただ皆さん方の国の法律は私は知りませんがと。Ну, вообще-то, конечно, надо, чтобы не было. Это... もちろんないのにいいのに決まってますけどね。それは総量規制ではなくて、1キログラムあたりパー、40ベクレルパーキログラムで、総量規制はないっていうことでいいんですかね。私たちの法律では、まあ、何回も申し上げますけど、1キログラムあたり40ベクレルです。毎日新聞の中村と申します。今の関連で粉ミルクの件なんですけれども、粉ミルク時がですね、内部被曝を避ける方法というのはあるのかと。この今回の場合は9ヶ月経ってですね、セシウムが検出されたことがやっと分かったわけなんですが、こういった場合に赤ちゃんだと人工輸入だけの場合も本当それだけになってしまうんですが、こういった場合にどうしたらいいのかというのをお尋ねしたい。まず1点。Лучше таких детей надо растить на чистых продуктах питания. Но у вас только один такой случай, насколько, по крайней мере, в наших газетах писали. Один такой случай был. Значит, надо, у вас есть возможность готовить из чистых продуктов. Так пусть ваши компании выпускают детское питание из чистых продуктов и все.言えるのは、粉ミルクとかそういう子どもの食品を作っている会社っていうのは、要するにそういう汚染されてない粉ミルクを作ることが必要なんだと思います。でそうするしかないんだと思いますって。福島県の地元の新聞社で福島民友新聞社の菅野と申します。質問をお願いしたいのですが、確かに低線量被曝とかですね、まだまだ分からない部分があると思います。ウクライナでも試行錯誤されて今の対策ができたと思います。分からない中で、日本の政府や行政というのはどういった姿勢でこの問題に臨んでいけばよろしいでしょうか。Мне, конечно, трудно давать советы правительству или местным властям. Но что вот нам представляется важным? Нам представляется важным осуществлять постоянный мониторинг за состоянием здоровья детей. И в Японии такой опыт богатейший, потому что Япония осуществляет в течение многих лет наблюдение за людьми, которые подверглись воздействию ионизирующего излучения в результате атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки. Мы у вас учились этому. Когда у нас случилась Чернобыльская авария, мы учились, как организовать наблюдение вот за детьми, вообще за людьми.
которые пострадали в результате радиационного воздействия. Так что у вас, мы у вас учились, вам опыта в этом отношении не занимать. У вас богатый опыт. Значит, организовать мониторинг, ежегодное наблюдение медицинское за этими детьми, своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях, когда еще только появляются какие-то первые симптомы и своевременное лечение. Ну и, конечно, ежегодное оздоровление детей за, на чистых территориях, за пределами грязных территорий. Мы вот это делаем. Нам не все удалось, далеко не все. Надеемся, что вам это удастся сделать лучше, чем нам. あの私個人のレベルで国や市役所に助言を与えるっていうのは、まあ、難しいことなんですけど、まあ、私が言いたいことは絶えずあの住民の健康に関してのモニタリング、つまり医療の医学関係のモニタリングを行うことだと私はまず第一に言えると思います。でこの意味において日本は広島長崎の原子爆弾が落ちたことによって被災した人たちに関しての長年にわたる経験というものを持っているはずです。で私たちがチェルノブイリ事故が起こった時、私たちは、子どもを含めて被災した住民に対してのモニタリング、あのいわゆるさまざまなモニタリングを組織するときに、日本の方から学びました。日本というのはその意味においてとてもたくさんの豊富な経験を持っているわけです。ですから、その経験をちゃんと生かしてもらいたいと思いますと、それ と、毎年の医療検査を行うこと、あの、まあ、モニタリングと同じようなもんですけども、あの医療検査を行うこと、毎年の、早期発見をすれば、そして早期に治療をすれば、あの病気は治るものなのです。それと3番目に、毎年毎年健康増進プログラムをすること、つまり子どもたちを、汚染されていない地域に送って保養させること、こういうことが必要だと思います。あのウクライナでもそういうことをしてるんですけども、まあ、全てうまくいってるとはとても言えませんが、と。В принципе, у нас вот система это наблюдение за пострадавшими детьми и вообще за пострадавшим населением.Ну, больше даже, особенно за ликвидаторами Чернобыльской аварии, в принципе, конечно, налажено очень даже неплохо. あの、我が国で行われている、特にあの事故対策に当たった、直接に当たった事故対策の、あの、人たちの健康状態、それに関わる人たちの健康状態というのは、もう25年間ずっとあの観察システムというのを作ってきているわけで、まあ、私たちとしてはその観察システムというのはとてもうまく動いていると思っています。Кроме обычной системы здравоохранения, которая наблюдает за состоянием здоровья людей, для чернобыльцев в каждой пострадавшей области созданы специальные медицинские учреждения.Они называются диспансеры противорадиационной защиты населения. Это, それとあのチェルノブイリの被害者を受けたあの地域にはいわゆる、放射線から保護するための健康診断センターみたいというのがそれぞれ作られています。Которые как раз вот и занимаются непосредственно организацией всей этой работы на местах.Обследованием, лечением больных и так далее. この、あの、放射線保護センターというものができてて、この、あの、保護センターが、いわゆる、国民、あの、関係者の、健康診断、そして治療というものを、あの、すべて行っています。А на государственном уровне? これは、あの、国の組織であります。Организован в 86-м годuNaучный центр радиационной медицины Академии медицинских наук Украины. Это, それから、あの、国の、あの、システムとして、1986年に私が関係しております、ウクライナ医学アカデミー、放射線医学研究所というのが組織されました。Который имеет две поликлиники для взрослых и детей.そしてこの研究センターは2つの病院を持っていて、1人が成人用、1つが子ども用の病院です。И стационар на 530 коек.
そして入院設備も持っておりまして、504人が入院することができます。Для взрослых и детей со специализированными отделениями。そして大人向け、成人用、そして子ども用で、しっかりそれぞれの診察科目、診察科目が、診察科ができています。Но это как бы, ну, как бы высший уровень, это научный центр радиационной медицины, где, куда стекаются, ну вот, и данные, и осуществляется медицинская помощь наиболее пострадавшему населению с наиболее сложными заболеваниями. この、あの、私が勤めております、放射線医学センターの病院っていうのは、一番、まあ、被爆線量が多くて一番、あの、重い病気の人たちがここに送られてきています。Кроме того, ну, в одном как бы здании располагается с нами, он имеет просто другие источники финансирования.Располагается центр трансплантации костного мозга. それとあのいわゆる資金の提供先っていうのはちょっと違うんですけども、私たちの研究センターの中にいわゆる骨髄移植センターもあります。Хочу подчеркнуть, что вся медицинская помощь пострадавшему населению у нас оказывается бесплатно.そしてもう一つ強調しておきたいことは、被災者に対する医療行為というものは全て無料で行われております。Конечно, финансирование у нас недостаточное, и все-таки, ну, родители иногда приходится просить, чтобы они какие-то купили медикаменты, каких у нас нет. Но все обследование, это все, что мы можем делать в пределах нашего центра,А у нас возможности достаточно большие. Это все делается без всякой платы с чернобыльского контингента. Чернобыль の事故被災者に関しましては、健康診断、それから治療にかかるものも基本的には全て無料であります。ただ、あの特別な薬品とかそういうものに関しては、両親に買ってくれるこういうの薬品を手に入れてくださいということはあるあの言うこともありますが、基本的にはチェルノブイリの事故の関係者に対する治療行為、そして検診の健康診断などは全て無料で行われています。そんなに私たちファイナンスの状況がいいとは言えませんけども、私たちはあの無料で行っています。также большая часть детей на оздоровление вот за пределы загрязненных зонУ нас отправляется тоже за счет государства. Государство выделяет на это средства, чтобы дети оздоравливались за пределами загрязненных территорий. Это тоже в основном идет за государственный счет. Государство эти программы финансирует. それと汚染地域から保養地に、まあ、汚染されていない地域に子どもたちを送るというこの、あのプログラムに関しましても基本的には全て国が行っております。あの長田と申し訳ないですが、もう一点だけお願いしたいのが、先生のお話を聞いているとですね、子どもの健康に対する影響が、まあ、放射線かどうかは分からないが出ているというものを研究を進めているんだということですが、ウクライナではその子どもの健康問題を国家的な課題として取り組んでいるという理解でよろしいでしょうか。Совершенно верно. はい、そうです。優先的事項として考えております。Но мы в силу нашихProfessionalных обязанностей мы все время стараемся донести до нашего правительства нашу озабоченность состоянием здоровья, ну, действительно, каково состояние здоровья детей. Ну и, конечно, просим помощи, чтобы правительство больше выделяло средств. Но денег всегда всем не хватает. Это, наверное, всем понятно.あの私たちの職業的な義務として、私たちは政府の方に対して子どもの健康 の状況についての報告を行っております。そしてできるだけたくさんあの国が、医療補助をしてくれるようにということを要請しております。まあ、もちろんあの全ての問題に関してのお金が足りるというわけではありませんけども。Но у нас и чернобыльцы, у нас они имеют очень, они хорошо организованы.Они, у них такие общественные организации,
которые ну, заставляют как бы правительство и парламент считаться с их требованием, прислушиваться к ним. Ну, как и везде, понимаете? Люди за свои права пытаются отстаивать, так и у нас, наверное, и у вас тоже так. それからチェルノブイリの自己被災者に関しましてはとてもしっかりとした社会組織、まあ、社会団体ができていて、その社会団体が国に対して、さまざまな要求事項を出しております、まあ、これはどの国においても同じだと思いますけどもそれぞれの社会団体というのは自らの権利を主張するものだと思っております。Ну, еще я хотела сказать, что вот мы всегда благодарим различные международные организации, потому что без их помощи, без помощи международных организаций и Японии, в том числе, Япония очень много нам помогала. И даже сейчас, когда у вас своя беда, Япония не забывает и что-то пытается помочь еще и нам. Поэтому мы всегда с большой благодарностью относимся ну, к той помощи, которую оказали нам разные страны мира. И Япония, конечно, не в последних рядах. もちろん私たちは国際組織に対して常に支援をしてくださいます国際組織に対してましては感謝しております、まあ、国際組織というよりまあ国に関して日本もとても今自分がとても厳しい状況のある中でも私たちに対して支援を行ってくださっておりますだからそれに対しては私たち大変感謝をするものであります。ジャーナリストの三宅といいます。今日は非常に貴重なお話をありがとうございました、先ほど まあ、非常に無償でその治療を行っているという点でもう少し詳しく伺いたいんですけれども、講演の中でその食品の、放射性物質の検査であるとかあるいはその体内の放射性物質を測る検査であるとか、まあ、そういうシステムが あるとで食べ物を買ったら自分で検査することができるんだとでそのシステムのことをちょっと教えていただきたいんですけどもそれはウクライナにどのくらい何箇所ぐらいそういうものがあってですねで、その財源というものもちょっと教えていただきたいとそれからその非常に、まあ、機械も費用がかかるものだと思うんですけどもそれは具体的に、まあ、どこの例えばできればどこの機械をですね、買われたのかとでまあ、そのスタッフもどうやって そこで働いているのかと要するにそのシステムがなぜそういうことができているのかをちょっと教えていただきたいと思います。Ну, я хочу сказать, что вот система радиационного контроля за продуктами питания это государственная и финансирует всю эту систему государство. В каждом районном центре у нас, ну это у нас называется санитарно-эпидемиологическая станция. Вот в каждом районном центре есть такая санитарно-эпидемиологическая станция, на которой есть соответствующие приборы, и люди, если они собрали там со своего участка, допустим, там картофель или яблоки, или они принесли молоко, то люди могут вот на этих пунктах, ну, у них много других обязанностей, это просто одна из обязанностей вот этой
санитарно-эпидемиологической станции проверять, вот, осуществлять радиометрический контроль. Это государственные учреждения, и это все финансируется государством. Это 食料品の、いわゆる検査センターっていうのは、 これは国家のシステムであって、国家が全部お金を払っています。 それぞれの居住地区っていうんですが、居住地にいわゆる衛生疫病ステーションっていうのがあって、まあ日本の保健所みたいなもんだと思うんですが、そこにそこはもちろんそれだけをやってるわけじゃなくて、いろんな他の仕事もしてるんですが、その中の一つにいわゆる食料品を検査するところがあって、その 住民はジャガイモとか牛乳とかそういうのを持ってて測ることができるわけであります。 Что касается измерения радиоактивности в теле, то у нас в каждой районной больнице осмотр детей проводится на базе районной больницы, ну, в первую очередь, когда всех подряд детей смотрят, всех, которые проживают в этом районе. В районной больнице есть вот такой прибор, который называется счетчик излучения человека. Эти приборы нашего производства, украинского, они у нас выпускаются. Ну, они, если сравнивать, ну, с приборами каких-то других стран, они у нас недорогие, потому что у нас, ну, недорогая рабочая сила, скажем так, и недорогие вот мозги инженеров, которые это все придумывают. それと第2番目の質問ですが、いわゆる体の線量を測る機械っていうのは、これは全部ウクライナ製です。で、ウクライナ製でそんなに高くはありません。なぜかというと、労働力も安いし、それを作り出す人たちの頭脳の部分でも安く済んでいるからです。 Кроме того, у нас есть, ну, это стационарные такие приборы. Вот оно в виде кресла, этот прибор. Вот садится человек, сидит в кресле, а счетчик считает, сколько у него радиоцезий есть в организме. そしてそういうカウンターは地区の病院に置いてあります。で、地区の病院に置いてあって、そのカウンターは、いわゆるソファー型のカウンターで、それに座ると、計算してくれると。 その、セシウム、放射性セシウムの、放射性セシウムを計算してくれます。 Кроме того, у нас есть и портативные приборы. Ну, например, ну, надо куда-то ехать, там, где, ну, дети не могут по каким-то причинам не могут приехать в районную больницу. Вот едет бригада специалистов, с ними едет обязательно дозиметрист. Вот с этим вот прибором, где он измеряет детей. Ну, в данном населенном пункте. それと、コンパクトの形のそういう線量計っていうのもあって、何らかの理由で子どもたちが自ら地区病院に来れない場合には、スタッフが専門のいわゆる線量を測る計測技師って言ってるんですけど、エンジニアと一緒に行って、それで子どもたちの線量を測っていきます。 В нашем центре вот есть приборы вот разного уровня. 私たちのセンターには、様々なレベルのカウンターがあります。 У нас обязательно проверяется активность радиоцезия в теле, в какое бы отделение ни поступал человек, взрослый или ребенок. ラジオ放射性セシウムの線量を測ることなくして、私たちのどこの科にも測ることはできないんですね。一番最初にすることが線量を測ることなんです。 Ну и у нас есть прибор, которым наши дозиметристы очень гордятся. Они, как они считают, как они говорят, это вообще один из наиболее точных, самых точных приборов вообще в мире. Я не знаю, но они так говорят. それから私たちのセンターには、線量技師の人たちがすごい誇りを持っているんですが、その精度っていうのは世界で一番だっていうふうにいうほどの、彼らが自慢するんですけど、私は分かりませんけどね、専門家じゃないんで。だけども、すごく精度の高い、そういうカウンターがあると、あります。それでは、無料で検査を受けていただきます。
Все бесплатно, да, обязательно. Только бесплатно. Но, 必ずただですよって無料です。では皆様どうもありがとうございました。30分を過ぎましたので合同会見をこちらで終了したいと思います。それで写真撮影のリクエストがございましたので、博士ちょっとマイクをどけて撮影の時間とさせていただきたいと存じます。ではどうもありがとうございました。それでは皆様、こちらの会場が5時までとなっております。ただいまから撤収作業に入りますので、よろしくお願いいたします。ただですね、まだ質問がございますようでしたら私の方までお申し付けくださいませ。はい、本日はどうもありがとうございました。では皆様どんどん撤収をグリーンピーススタッフを始めてくださいませ。お願いします。申し訳ありません。